А наш утренний эфир тем временем продолжается, и мы решили, что же? Размять руки? Нет, я решил лично приготовить вкусный завтрак. Хорошо, но для этого понадобятся размятые руки. И шеф-повар Андрей Терех. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Что же мы вкусного сегодня приготовим вместе? Ну, сегодня решил предложить, так сказать, картошка всегда есть у всех. Ну, с этим не поспоришь. Иногда и хочется... Жаренько такого. Да, да, да. С утреца прям плотненько. И дань своей как-то молодости, сказать, студенческим годам. У меня была просто преддипломная работа. Запеканка картофельная. Да. То есть сегодня мы готовим запеканку? Да. Но не так, как дипломная, но немножко видоизменил. Да, 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 да. Давайте приступим скорее. Я так понимаю, мы предварительно уже картошку кубиком мелким нарезали. Да. Что дальше нам понадобится? Для того, чтобы она равномерно и быстренько пожарилась, мы ее мелким кубиком нарезали. Ну, приступим к готовке. Жан, подай масло. Заранее мы... Подлей масло. Да, да, в огонь. Вот. Заранее мы сковородку нагрели, погружаем наш заранее подготовленный картофель. Белорусский картофель. Предложу тебе взбить яйца. Все делает Жан. Взять яйца. Яйца. Взять сливки. Три берем яйца на это количество картофеля. Подождите, если Жан все сразу возьмет в руки, я думаю, у него тоже да, ничего не получится. Возьми кофе, пожалуйста, скажи нам всем. Я бы хотел чем-то заняться, честно говоря. Тогда ты возьми, порежь лук мелким кубиком. Лук сразу, ну конечно. Да. Кубиком? Кубиком, мелким. Когда вообще опять речь плита. О кубиках заходит в нашу кулинарную программу? У нас возникают комплексы. Вопросы. Ну, комплекс кубика, так называемого. Когда из круглого предмета нужно воспроизвести квадрат. Это сложно. Но я взбил. Теперь добавляй тонкой струйкой сливки. Тонкой струйкой? Да. И помешивай. Так, лук порезал. Яйца взбиты. Яйца взбиты. Теперь... Переложить лук в миску. Перелаживаешь лук хорошо. В миску. Сделаем соус. Соус? Наш любимый сметанно-майонезный соус. Сметана-майонез, все есть. Да. Ты перемешиваешь сметану с майонезом, а Жан пускай порубит зелень. Так, наша картошка... подходит. Мы ее будем куда-нибудь перекладывать сейчас? Сейчас добавляем лук. Тем временем, есть... вот Жан уже, кстати, зелень нарезал, а я смешал майонез и сметану. Добавляем далее что? Туда. В этот соус. Ингредиенты и смешиваем. Жан, попрошу твою зелень нарезанную добавить в этот соус. В принципе, на этом можно было и закончить завтрак. Сметана. Да, а вот, и все, и салатик. Легкий весенний диетический салатик. У нас еще есть пару зубчиков чеснока. Да. Кстати, а я думаю... Мелко порубим. Что-то мы забыли. А это был чеснок. Перемешиваем? Перемешиваем, да. Переложим картошку? Давайте. Вот у нас хорошая емкость. Ой, чесночок. Картошка у нас готова. Мягенькая, с лучком. Золотистого цвета. Золотистого цвета, как полагается. Прекрасно. И можем же на этой сковородке и подсушить наш бекон. Да. Сейчас картошка слегка чуть подостынет, ее нужно будет размять. Зря вы Даниле дали вилку. Картошки станет гораздо меньше. Возьми, вот у нас лежит лимон. Про него забыли. Срезай часть. И сок лимона в соус надо добавить. Белиссимо. I'm ready. Тем временем у нас бекон. Мы его слегка прижарили. Но ты говорил, мы его должны подсушить, а не поджарить. Или это одно и то же? Ну, мы на сухой сковородке его лишний жир вытопили. Угу. И обязательно нужно сейчас, чтобы салфетки впитали весь еще, лишний жир. Еще, да. Угу. Ну, а я тем временем в наш соус добавляю сок лимона. Что сейчас? Сейчас берем яичную смесь, картофель. Мне брать? А, должны картофель в наши яйца. Да. Вот это тщательно да. Перемешаем. Перемешиваем, и жарим. Это снова на сковородку? Да, частями. Сегодня сковородка работает за нас всех. За двоих. За троих, я бы даже сказал. Супер. И на маленьком огне, сколько на маленькой мощности, примерно 2 минуты. С каждой стороны. С каждой стороны по 2 минуты. А, и бекон еще сюда. А это же запеканка.
Нет. Я понимаю, что мы на финишной прямой, да? Конечно, давайте конечно. Вот, если мы готовим это в лайв-формате, сколько времени уйдет на такую запеканку? В лайв-формате? Ну, полчаса как минимум. Полчаса как минимум? То есть нужно понимать, что такой завтрак должен иметь, вы должны иметь свободное время. Ну, больше этот вариант, наверное, к выходному дню, угу. когда большая семья, вот, всех накормить. Угу. Сыр. Сыр. И заливаем оставшиеся части. Все, я ах, теперь я понял. Так. Ну что ж, подождем, пока все обжарится. Что, Андрей, готово? Да, наш замечательная пеканка, я думаю, получилась. Нужно показать все это дело зрителям. Да. Ох! Ляпута! Можно и так это назвать. Выкладываем тогда сначала на одну тарелку, да? И разрезаем по порциям да. нам жан. То есть, как бы приготовил сегодня Андрей, да. а мы с тобой, как обычно, это все едим. Класс! Ой, кстати, можно, как и у Жанны, сделаю тоже вот руку положу себе вот сюда в емкость. Ты выкладывай пока. Да-да-да, и красиво получится. Пожалуйста. Так, и черри. Я в очередной раз убеждаюсь, насколько важна сервировка блюда и да. насколько важны тарелки, на которые ты выкладываешь его. Мне кажется, это блюдо становится вкуснее, когда да. ты красиво его подаешь. Андрей Терех, великолепный шеф-повар, спасибо большое. Я уверен, что это вкусно, но у нас еще есть соус. Последний да. штрих. Ну, дополнение, конечно. Выкладываем в наши мисочки. И что, получается, отрезать кусочки и макать соус? Можно в салат. А, ну понятно. Используем по назначению. Не скажем, что простой, да, не скажем, что быстрый. Точно не простой. Но однозначно вкусный завтрак, как Андрей сказал, очень подходящий в выходной день. Да. Выходной день для семьи, угу. для... без запекания, не привлекая лишний раз духовку. Тем более сегодня пятница. Помыть сковородку проще, чем духовку. Это точно. Это правда. Андрей Терех, спасибо большое. Друзья, повторяйте эти рецепты дома. Мы продолжаем. Доброе утро. Доброе утро, страна, и приятного аппетита.